Самаре на улице Ярошевского еще в минувшую субботу перешли к следующему этапу ремонта в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Чтобы побыстрее избавить местных жителей от дискомфорта, связанного с ремонтом, на участке было решено сосредоточить как можно больше дорожно-строительной техники и тем самым оперативно уложить новое полотно автодороги от борта до борта. Данный участок очень зауженный, паркуются автомобили. Поэтому приняли решение, чтобы как-то создавать дискомфорт местным жителям, закрыть данный участок двумя асфальтоукладчиками. В ритме вальса на объекте, причем на разных его участках, работали несколько разнотоннажных катков одновременно. Такая синхронность и использование щебеночно-мастичного асфальтобетона, смеси ЩМА-16 с гранитным щебнем в составе, для придания прочности дорожному полотну. Проезжую часть привели в нормативное состояние на площади около 12 тысяч квадратных метров. Фрезерование старого слоя покрытия началось еще в конце апреля. Изношенное покрытие удалили от улицы Новосадовой до улицы Маломосковской. Теперь все 1,5 километра дороги в полном порядке. Кроме того, на проектной отметке выставили люки инженерных коммуникаций. И теперь они на одной высоте с новым дорожным слоем. Контроль за ходом ведения работ ведется в круглосуточном режиме. Затем, чтобы подрядные организации использовали необходимую связь по муниципальному контракту и выполняли всю работу по ремонту по технологии. То есть это должны быть подготовленные основания, обеспыленные, просушенные, с розливом вяжущего битумного, для того, чтобы обеспечить необходимую объезию покрытия нового и старого. Укладка асфальтобетона – сезонная работа, качество которой зависит от погодных условий. Ее нельзя проводить во время или сразу после дождя. Нужно дождаться, пока основание дороги полностью просохнет. Допускается укладывать покрытие локально. Однако стыковка одного остывшего покрытия с другим все-таки нежелательна. Через швы может проникнуть влага и спровоцировать разрушение дорожного полотна. Поэтому перед устройством нового покрытия на улице Ярошевского рабочие сначала выждали, когда на участке все просохнет. Работы на участке велись в интенсивном темпе. При условии отсутствия осадков с укладкой асфальтобетона по основному ходу рабочие справились за считанные ночные смены уже к 8 мая. Содержанию дорог вблизи образовательных учреждений уделяется повышенное внимание. Так, на отрезке от улицы Гая до улицы Мичурина расположены детский сад номер 264 и гимназия номер 54. Ранее родители и педагоги уже просили обновить дорожное полотно, чтобы подъезд был комфортным и пробки были минимизированы. С учетом обращений, объект включили в график ремонта в числе первоочередных. Гарантия на новое покрытие составит 5 лет. Ксения Баканова, Петр Паламеев. События.